Чарговы аукцион по продаже нерухомости отбудется у Гомеля 8 кастрычника. Потенциальным покупникам пропонуют объекты для организации бизнесу. Лота у три. Кожный – это комплекс вытворчих будинков. Сюда уваходят склады, гаражи, станции техобслуговывания и многое иншее. Усе объекты зараз належат Гомеля Аблбуду и размещены у Добруши. Сам аукцион пройдет у Гомелі. Подробязную информацию можно найти на сайте gomelyoblreklama.by.